Друзья, всем привет! Сегодня видео для любителей влогов. Видите, у меня белая скатерть. Я жду в гости Олю. Она уже сегодня прилетает. Мы с Робби попозже поедем ее встречать. Я вот так вот все приготовила. Празднично, уютно. И у меня салфетка, которую мне дарили, крючком красная. Она так хорошо подходит. А это мама подарила цветочек. Робби сегодня был у родителей. Мама передала... Вот это называется Вайнахштерн, ну, рождественская звезда, цветок, да? Вот именно на Рождество, и вот таким вот красным он цветет, красные листики. Я думаю, очень уютно будет. Робби замариновал мясо. Робби замариновал мясо. Будет курица у нас сегодня, ляшечки. И что еще? И помес, ну, картофель фри. А я еще хочу, вот Робби купил помидоры. Робби, ты купил моцареллу? Да. Да. Хочу потом помидорки с моцареллой сделать и с базиликом. Пальмочку, которую мне дарила Наташа на встрече. Вот здесь стоит на кухне. Она прям так хорошо, она карликовая, маленькая. Очень классно здесь так вписалась. У нас все, друзья. Уже зимы никакой нет. Как видите, у нас уже весна. У нас плюс 8, плюс 9 градусов. Ветрено, правда. Дожди шли 2-3 дня. Но зато не холодно, морозов нет. Булку. Собрал мне Робби, мы ее вчера купили. Я, конечно, еще не все здесь разложила, просто некоторые свои вещи. Тут пряжу, журналы. У меня вот еще отделение осталось свободным, потому что полочка моя изрядно опустела. Я уже даже здесь, видите, два цвета на одну повесила. Уже, короче, так распределила, чтобы не слишком казалось, что пусто. Но вообще, на самом деле, пусто. Вот это придется убрать, чтобы я могла сюда вот такие вот ящички поставить. Ой, они тоже очень удобные, со всякими мелочами, со спицами совсем, да. Вот, и вот такую вот полку, только здесь два отделения, а это одно отделение вот сюда наверх. Робби сказал, надо по максимуму использовать это место, чтобы здесь действительно был такой как стенд пряжи, да, такая презентация. Ну и вот смотрите, видите, сколько я покрасил здесь в общей сложности, ну где-то, наверное, 80 пасм, и еще некоторые сохнут у меня, сушатся. Вот, так что сегодня все буду скручивать, фотографировать и потом выставлять на сайт. Ну и, конечно, все сюда красиво буду размещать, развешивать. Вот, в общем, смотрите. Мне кажется, что очень-очень хорошо. Светлая, белая, такая удобная. И все помещается туда. Очень много, во всяком случае. Я вот разложила, там у меня меринос и меринос с шелком. Здесь ангора альпака. Здесь шестинитка с люрексом. Там минисы в этом, в коробочке положила. Ну, здесь пока журналы лежат. Вот. А здесь сверху у меня всякие мелочи. Там типа упаковочные пакеты. Там визитки и все остальное. И вот такой еще у меня есть один такой специальный, не знаю, коробочка такая, да, она мягкая, правда. Вот, и потом в нее положу спицы и все остальное. Вот, друзья, поделилась. Вот здесь я тоже приготовила лампочку. Сейчас выключим свет и наоборот включу. О, вот как. Я думаю, очень празднично. И там огоньки горят, и здесь. Кстати, это очень длинно. 10 метров мама вот подарила нам. И аж до комнаты Доминика по всем перилам пошло. Прям так светло, такая яркая вот эта вот лампочка, гирлянда. Обалденно. Привет. Встретили Олю, привет! От души. Да ты что? Давай, садимся. Да, давай. Все, Олечку встретили, доехала, долетела, все отлично. Мы уже домой приехали, друзья. Оля уже подарки тут дарит Робби. Пожалуйста, на здоровье, на здоровье. Я свечи хочу зажечь. Да, конечно, конечно, Голландия. Оля из Голландии пиво привезла. Да, Робби, ну еще, давай. Ну, как американцы, знаешь. Американцы, если шпит так. А, да, ну это, видишь, это все из Нидерландов, конечно. Снимай. Я снимаю. Голландский сыр. Да. О, сыр! И досочкой сразу. Вот как раз сейчас и попробуем. Робби тоже сыр купил для тебя, Оля. Наш купил, немецкий. Так, еще страп-вафлс. Вот такие очень вкусные. Обожаю. Да, обожаю. Да, карамельные, вкусные, они карамельные. Обалденные. Да, это ага. Наши голландские традиционные страп-вафлс. Ты мне тогда, я вафл? Же не знала. Да, да, да. А ты мне тогда привезла, я теперь в магазине, okay. Если увижу, я беру. Да, хорошо. Остальное позже. Спасибо, дорогая, спасибо. Друзья,
Мы в такой теплой и дружественной обстановке решили поужинать. У нас, правда, уже почти 10, но тем не менее Оля прилетела с самолета, и мы ее встретили, приготовили вот такой теплый ужин. Я уже готова. Да, нам всем, друзья, и вам также приятного аппетита. Друзья, хочу показать вам подарок, который мне подарила Оля. Вообще хотела вчера снять, но мы очень поздно спать легли, уже было 1 ночи, поэтому, конечно, не до съемок было. Вот. И сегодня вот, с утра я хочу вам снять, хотела при дневном свете, но у нас настолько пасмурно сейчас, я вот вам покажу в окно. Ну, кажется, как будто светло, но именно в комнате я даже вот лампу включила, потому что, ну, очень темно. Смотрите, лампу выключаю, вообще практически ничего не видно. Вот. Смотрите, мы так смеялись вчера, Оля говорит, ну не все же тебе носочки всем дарить, надо же и мне тебе носочки подарить. И подарила мне вот такие носки, это вязала Оля, очень-очень классные и мягкие. И я хочу вам сказать, хочу посоветовать, если вы очень чувствительны или хотите связать носочки, к примеру, чтобы спать, чтобы они были мягкие, или, может быть, ребенку хотите связать, тоже дети чувствительные, да, не любят, когда колятся, если надевать, например, без носочка, просто на голую ногу, да, к телу, вот, тогда вам подойдет вот эта пряжа. Эта пряжа есть у Оли в магазине, я не знаю, как она точно называется, но знаю, что это от фирмы Skipjes. И я из этой пряжи вязала, у меня была другая расцветка, более такая нежная, я вам ставлю фотографию, эти носочки я с манжета вязала, они невероятно мягкие. По тактильным ощущениям они напоминают, я вот вязала розовые носки из пряжи с шелком, вот напоминает, хотя здесь стандартный состав, здесь суперфайн, по-моему, мериносовая шерсть и полиамид. Состав носочный, стандартный. Но эти носки, эта пряжа, это самая мягкая носочная пряжа, вот из которой я вязала. Такие вот классные носки. Это пятка бумеранг. Вот, Оля мне подарила. Еще она мне подарила вот такой набор. Я вам открою, потому что одной рукой мне сложно открыть. И конфеты Ferrero Rocher. Вот, открыла коробочку. Это такой парфюмерный набор. Духи и для тела. Вот от фирмы Каролина Херрера. Очень приятный запах. Я люблю цветочные ароматы. Причем это такой цветочный аромат. Я не люблю слишком свежие, типа вот свежесть огурца, да. И не люблю слишком сладкие. Ваниль, вот что-то такое, да. Как, или кокос вообще, вот эти запахи. Как-то мне, не знаю, у меня тошноту вызывает такие вот сладкие терпкие ароматы, да. Вот. А здесь как раз-таки цветочные, но такое, знаете... свеже-сладковатый, что-то среднее и очень-очень легкое. Я люблю такие вот легкие запахи, не тяжелые. Вот, классно. Таких духов, кстати, у меня не было. Это вот отправляется в мою коллекцию. Такие я еще не пробовала. Вот, теперь буду ими пользоваться. Потом скажу вам свое мнение. Ведь у меня здесь на столе все, вот рабочие моменты, все тут носки после мастер-класса. Все у меня здесь лежит, да, пряжа, все, и вот украшение вчера тоже вечером сняла, все у меня здесь, видите, все в рабочей комнате, все в лампах здесь у меня для съемки мастер-класса, вот, так что показала вам, поделилась с вами. Друзья, конечно, мы будем снимать и другие видео, теперь у меня будет серия таких небольших влоговых видео, мы собираемся пойти на рождественский базар с Олей. Потом будет встреча, естественно, вязальная. В общем, будут такие видео. И я думаю, возможно, сегодня, я не знаю, возможно, мы еще с Олей выйдем в прямой эфир. Мы посмотрим. В общем, ждите, друзья. И, конечно же, смотрите видео на канале Оли и у меня. Она, кстати, вчера очень много снимала по приезду здесь. Все, я думаю, вам будет интересно. Ну все, друзья, я желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. Пишите ваши комментарии, давайте общаться в комментариях. И до следующих встреч.